Неужели Банда это та самая заправка, которую мы ищем? Посмотри! Черт, неужели это клоун, и он нас заметил? Он открывает дверь! Он просто выкидывает этого водителя! Чё творим, бро? Меня зовут Серхио Ниси! Бро, сразу же, просто сразу же бери, подписывайся на мой канал! Чтобы вступить в мою Суприм Банду! Ведь, бади, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами! Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной Банде на Ютубе! А также сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! И Суприм Банда, вы просто не поверите, но сегодня мы приехали на место, где живет реальный клоун-убийца. Нам сказали, что он живет где-то на заброшенной заправке. И все это время он не пускал и отпугивал оттуда посетителей. А люди, которым все-таки удалось заехать на эту заправку и заправиться, он просто убивал. Это очень опасный клоун-маньяк, и я надеюсь, что мы снимем его на мой дрон. Именно поэтому, Банда, давайте на это видео наберем 40 тысяч лайков. И тогда, Банда, я на свой дрон сниму двух клоунов близнецов. Они очень кровожадные и жуткие. Они убивают практически всех, кто попадается на их пути. Именно поэтому, бандит, скорее ставь лайк, а также подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь в инстаграме Банды мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам в директ и все, жди уже, совсем скоро мы отдадим именно тебе. Так что, бандит, давай, вся ссылка в описании, ставь лайк, а мы тем временем запускаем наш дрон. Погнали! Окей, Банда, я надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон. И где-то здесь находится та самая заправка. Но где именно, Банда, нам почему-то не сказали. Добавили лишь только то, что она находится около дороги, около какого-то леса. Где именно, Банда, мы не знаем. Но это не сильно похоже на заправку, больше на какую-то ферму. Заброшенная ферма, здесь может жить какой-то маньяк. К примеру, как кожаное лицо, которое мы снимали ранее. Это было очень ужасно. Тем не менее, Банда, я пока что не вижу здесь никакой заправки. Возможно, здесь даже нету, потому что здесь нету главной дороги. И, кстати, Банда, ранее мы уже снимали двух клоунов-убийц. Одного мы снимали на детской площадке, который убивает детей, которых только видит. А второго клоуна мы снимали на железной дороге около заброшенного вокзала. Именно из-за этого клоуна он не стал заброшенным, потому что он просто всех убивал. Тем не менее, Банда, вот уже Настя подлетает к главной дороге. И мне кажется, я вдали вижу какую-то заправку, посмотри. Да, там что-то есть. Неужели это она? И по описанию она подходит, она около леса. И на вид она, в принципе, заброшенная. Только вот есть одно но, там город, Банда, слишком близко населенный пункт. Не думаю, что клоун-убийца жил бы так близко к людям. Тем более, что его могут очень быстро заметить и поймать. Но на вид эта заправка реально заброшена. Так и тем не менее, Настя уже подлетает к этой заправке. Мне почему-то кажется, что это она и есть. Потому что все это время, пока мы летим к ней, туда не заехала ни одна машина. То есть она заброшена. Господи, Банда, неужели мы так быстро нашли ту самую заправку? Только посмотри, там ни одной машины нету. Она реально заброшена. О, господи, если сейчас выбежит клоун-убийца, я реально испугаюсь. Вы только вдумайтесь, вы приезжаете на заправку, планируете заправиться, а навстречу вашей машине выбегает настоящий клоун-убийца. Не знаю, как вы, Банда, но я бы убегал как можно быстрее. Я не собираюсь умирать от рук клоуна-убийцы. Тем не менее, вот Настя уже подлетела, и я вижу какую-то машину. Неужели эта заправка не заброшена, она работает? О, господи, мы ошиблись. Там даже были люди, я их видел. Тем не менее, Банда, нам нужно продолжать наши поиски. Похоже, это не та заправка, которая нам надо. Там есть машины, есть люди, то есть там не может быть клоуна. Потому что иначе люди бы боялись этого клоуна, потому что он бы уже на них выбежал. Нет, это не заброшенная заправка, там машины и люди. Нужно лететь искать дальше. Это просто жесть, мы ошиблись. Здесь очень много заправок, тогда где та? Я видел только эту заправку и больше никакой. Неужели она где-то дальше? Но я не думаю, что она находится где-то в городе. Потому что иначе этого клоуна бы реально поймали. И посмотри, я вижу еще одну заправку, посмотри. Да. Это еще одна заправка. И здесь тоже стоят машины, только на этот раз уже большие. Думаю, Банда, что люди, которые ездят на этих машинах, бы сами уже убили этого клоуна. Потому что, как мы знаем, дальнобойщики, они же огромные. И клоун бы сам уже их испугался. Но все же, Банда, я не вижу никакого клоуна-убийцы. И эта заправка намного ближе к городу, чем та. Думаю, здесь клоуна точно нету. И все же мы облетаем всю эту заправку, чтобы его увидеть. И потерялся сигнал дрона. Около города сигнал немного теряется. Здесь точно нету клоуна-убийцы, Банда, это бред. Нужно искать другую заправку, но где она, я не знаю. Обе эти заправки находятся около леса, что в принципе подходит под описание. Где та заправка, я без понятия. А как насчет этого здания? Правда, не думаю, что там может жить клоун-убийца. Но все же, вдруг он там прячется, когда так много людей в будние дни. Тем более, что это все около города. Тем не менее, Банда, мне кажется, что здесь нечего ловить. Эти заправки полностью работают.
рабочие, они не заброшены. Я думаю, что нужно скорее улетать от этого города и лететь уже прямо по этой дороге. И возможно, тогда мы найдем ту самую заброшенную заправку. А пока что, банда, здесь ничего такого страшного нету. И еще я вспомнил, недавно мне рассказывали про какую-то банду клоунов. Я не знаю, что это и сколько их, 10, 100, но их банда распространяется по всему миру. И если вдруг вы, Supreme Банда, хотите, чтобы мы сняли эту банду клоунов, то напишите об этом в комментариях, и мы с Настей обязательно это сделаем. Если честно, мне самому интересно их увидеть. И как мне сказали, объединяет их лишь только одно, это убийство. Они реальные убийцы, мне интересно увидеть это. Если же вы тоже хотите, то вы знаете, куда писать. А тем временем банда Настя уже куда-то прилетела. И я вижу еще одну заправку. И ты только посмотри на вид, она заброшенная, находится в лесу. Та же самая заправка, которую нам описывали. И она реально заброшена, там нету никакой машины. И туда никто не заезжает. Неужели банда, это та самая заправка, которую мы ищем? И цвет этой заправки такой странный, как будто выцвел. Уже давно никто за ней не ухаживал. И посмотрите, банда, на бензовые колонки. Они перемотаны скотчем, что в принципе показывает на то, что они не рабочие. О господи, банда, похоже, мы реально нашли ту самую заправку. Вы только посмотрите. Я просто в это не верю. Но где сам этот клоун-убийца? Возможно, он находится в будке кассира. Возможно, у него есть кассир этой заправки. Тем не менее, банда, я думаю, что нам стоит еще здесь остаться. Потому что мне кажется, что клоун-убийца может жить где-то здесь. И мы, возможно, даже сможем его снять. Нужно всего лишь его подкараулить. Пока что ничего не вижу. Но на вид, банда, эта заправка реально заброшена. Вы только присмотритесь. О господи, какая же она жуткая. Возможно, этот клоун услышит наш дрон и тогда выйдет. Но в таком случае он может испугаться и просто спрятаться. Тогда хотя бы, банда, мы будем знать, что он реально здесь есть. Мы сможем ждать его, караулить до последнего, пока он не выйдет. Пока что ничего не вижу. Нету никаких следов клоуна. Даже человеческих следов нету. Эта заправка реально заброшена. Но черт возьми, куда же делся клоун? Он все это время прячется или что? Как он тогда собирается пугать людей? Они могут быстро заехать сюда. Где же он? Посмотри! О, господи! Черт, неужели это клоун? И он нас заметил! О, господи, он бежит! Он хочет спрятаться от нас. Только посмотрите на это, банда! Это же реальный клоун-убийца! И он видит наш дрон, он просто прячется! О, господи, мне просто в это не верится. Мы все-таки нашли ту самую заправку этого самого клоуна. Он реально существует, то есть нас не обманули. О, господи, просто посмотрите, он там стоит, прячется. Вы видите это? Он очень страшный. Я вижу немного его маску, у него очень страшные глаза. Мне не верится в это, реальный клоун-убийца. И что, он будет все время от нас прятаться или что? Он выходит, посмотрите. О, он нам машет. Не такой он уже плохой, как нам говорили. Он более веселый, он веселится, когда видит наш дрон. Это очень странно. О, он дурачится. Просто посмотрите на его лицо, банда, у него рога. Вы видите это настоящий клоун-дьявол. О, господи, мне просто в это не верится. То, что мы сейчас видим, это же ужасно. О, черт, просто посмотри, какой он забавный. Он просто бегает, веселится и дурачится. Вы видите это? Я бы не сказал, на первый вид он не такой уже и страшный. О, нет, ты пошевелил дроном и испугался. То есть, банда, он боится нашего дрона. Пока дрон висел в воздухе, он не издавал почти никаких звуков. А как только дрон немного отлетел и издал звук, клоун сразу же испугался. И теперь он снова прячется, только не это. Вы посмотрите на него, он такой странный. Он убивает людей кровожадным способом, а прячется от маленького дрона. Он реально нас боится, вы посмотрите на него, что с ним? Господи, надеюсь, он выйдет, потому что сейчас он уже может побежать в свою будку и больше не выйти к нам. Тем не менее, банда Настя понемногу подлетает, и вы посмотрите, он вышел, он веселится с нами. Господи, что же с этим клоуном не так? На вид он забавный, только посмотрите, что он делает. Это очень странный клоун. Раньше клоунов, которых мы снимали, они были ужасные. У одного из клоунов даже была шизофрения, он с кем-то разговаривал. Этот клоун просто забавный, посмотрите. О, черт, что же с ним не так? Я думаю, что нужно отлететь от него подальше. Возможно, банда, он специально так играет на дрон, чтобы показаться хорошим. А как только сюда заедет какая-то машина, он сразу же на нее набросится и просто убьет водителя. Думаю, нужно за всем этим наблюдать издалека. Вы только посмотрите, у этой машины включен поворотник. Неужели он собирается заехать на эту заправку? Похоже, банда, что это какой-то не местный водитель, потому что не знает легенду про этого клоуна-убийцу. Но он же здесь существует, куда ты едешь? Нет! О, черт, клоун бежит прятаться, ты видишь это? Это такая жесть, машина заезжает на эту заправку. Я просто не могу это поверить, банда. Неужели клоун собирается убить этого водителя? А он просто едет, даже ничем не догадывается. Интересно, что же сейчас будет происходить дальше? Клоун просто сидит, прячется, ты видишь это? О, вижу. Машина заезжает заправиться бензином.
О, черт, мне просто в это не верится. Банда, клоун за ним наблюдает. Похоже, банда, что сейчас мы увидим настоящее убийство от этого клоуна. Окей, машина стала, и что дальше будет происходить? Пока что клоун просто сидит и ничего не делает. И мне кажется, около него что-то лежит. Вроде бы непонятно что, но вышел водитель, посмотри. О, господи, вы видите это? Он подходит к этой колонке и видит, что она не работает. О, черт, он просто хотел заправиться. Но не сможет, потому что эта заправка не рабочая. И он явно об этом не знал. И что он будет делать дальше? Он идет обратно в свою машину. О, господи, банда, клоун пока что еще ничего не сделал. Неужели он боится этого водителя? Возможно, клоун видит, что этот водитель довольно такой спортивный, большой. Хотя нет, банда начинает бежать. И у него какой-то автомат в руке, вы видите это? О, господи, это такая жесть. И что он собирается делать? Он открывает дверь. О, черт, он просто выкидывает этого водителя, банда, вы видите это? Что он собирается с ним делать? Только и убивай его. Это же просто жесть. О, господи, не выгоняет с его же машины, вы видите это? Мне кажется, водитель вообще ничего не понимает, ему просто страшно, он убегает. А клоун просто бежит и стреляет в него из этого игрушечного автомата. И водитель просто убежал, вы видите это? И что дальше будет делать клоун? Он почему-то недовольный, ты видишь это, Настя? Да, расстроился. Да, это как-то странно, он же выгнал водителя. Или же, возможно, он расстроился, что не убил его. В таком случае, банда, это же просто ужасно. Он садится в машину, и что он собирается с ней делать? Тем более, зачем она ему? Вы только посмотрите, он реально сидит за рулем. О, господи, он ее завел. Неужели он реально собирается ее угнать, банда? Но зачем клоуну эта машина? Разве что только продать ее или же уничтожить? Это очень странно. Он уезжает только... Только посмотрите на него, какой же он страшный за рулем. Черт возьми, банда, только что на наших глазах клоун-убийца угнал машину простого водителя, который даже не догадывался о его существовании. Пытайся лететь как-то аккуратно, чтобы не потерять его. А то иначе он очень быстро уедет. Тем не менее, банда, мы просто наблюдаем за этим клоуном. И он веселится, посмотри на его руку, он радуется. Все же он рад, что смог украсть машину. Это такая жесть, банда, вы только посмотрите на все это. Что он собирается с ней делать, я не понимаю, зачем она ему? Может быть, он как раз везет ее в ту самую банду клоуна, чтобы уничтожить ее. Это очень странно. Тем не менее, банда, он уже выехал к дороге. Он серьезно просто угнал. Но водителя он даже не тронул, то есть не собирался его убивать. Тем более, как бы он его вообще убил этим игрушечным автоматом. Это все очень странно. Он просто уезжает, посмотри, он выехал на дорогу. О, черт, он просто украл машину и уехал. И мне кажется, банда, он веселится. В лобовом стекле немного видно его, он радуется, вы видите это? Он стучит по машине, он все это делает. Это такая жесть, банда. Мы только что сняли реального клоуна-убийцу. Тем не менее, наш трон уже не успевает за ним. Думаю, дальше нету смысла лететь, улетает от него. Такая жесть, банда. Я надеюсь, вам это понравилось, потому что мы сами в шоке. Сегодня, к счастью, обошлось без жертв. Тем не менее, вот комменты из-за прошлого видео. Просто скинь шикарные идеальные комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже новым видео. Лайк, лонга, комменты его видео, бандит. Также подписывайся, чтобы быть моей супер-банди, помни одно, оставайся таким шикарным, пока!